Почему-то, когда я снимаю этот плед, он отдает желтизной. Но на самом деле здесь больше зеленого. Он такой ярко-салатового неонового цвета. Ядовитый кислотный цвет. И довольно приятный для детских вещей. Всем привет! Меня зовут Света. И сегодня мое отчетное видео по совместному проекту, который организовала Алла с канала Алла Вяжет и Наталья Хомякова с канала Вязана. Проект называется «Свяжи себе радость». И я себе на радость связала вот такой детский плед и еще одну вещь, которую я вам покажу немного позже. Итак, детский плед, связанный спицами, у меня закончен. И с какой пряжи он связан, какими спицами я его вязала, каким узором я его вязала, как я распределяла петли, ряды. Все это мною было сказано в ранее снятом видео. И кому интересно, можете зайти и посмотреть у меня на канале. Сейчас я просто хочу показать вам видео, в этом видео, как он выглядит и свои впечатления от этой пряжи. Как я говорила, пряжа не имела никакого названия. Было написано просто нитки для вязания. Здесь на 60 грамм. Так, дай бог памяти, кажется 108 метров. Я напишу потом, подпишу точнее, сколько тут было. Что могу сказать о пряже, девочки? Ну, хорошая пряжа, чудесная. Хлопок там, хлопок с акрилом. В каком соотношении тоже не было написано. Не знаю, чего больше, хлопка или акрила. Но на ощупь хлопка гораздо больше. Прям вот ощущается вот эта плотность хлопка. Немножко такая жестковатая пряжа, гладкая немного блестит, похоже на мерсеризованный хлопок, не тянется, но тянется, как сказать, в рамках того, вот насколько тянется вязаная вещь, вещь связанная с спицами, но не более того. Я обычно вяжу, вообще манера вязания у меня такая, что я вяжу, вяжу очень рыхло, поэтому всегда Покупаю спицы заведомо меньшего размера, зная, что я буду вязать слабо, чтобы вещь получилась той плотности, которая мне нужна. Так было и на этот раз. Не было рекомендовано никаких спиц, но я думаю, девочки, у которых плотность вязания хорошая, вязали бы его минимум на пятерке, а я вязала на спицах три с половиной. И видите, все равно я вязала довольно слабо. Так, поближе покажу. Вязала довольно слабо. Ну, на мой взгляд, я так думаю. Я не люблю вещи, которые связаны рыхло, которые просвечивают как сетка. Мне они очень не нравятся. Они не держат форму и особо не показывают всю, всю красоту рисунка. Поэтому всегда люблю плотную вязку. Девочки, Голь на выдумке хитра. У меня нет таких бирочек, которые цепляются вот таким вот образом. Но у меня была такая... Так... Но у меня была такая интересная ленточка с такими вот рисунками, которые я пришила в качестве бирки. Так как плед будет все равно связан в подарок, я думаю, тот, кому я подарю, ничего не будет иметь против вот этой вот ленточки, которая выступает в качестве бирки. Плед получился размером 70 на 70 сантиметров. Это такой размер, который как раз хорош для использования его в коляску, либо в маленькую детскую кроватку. Не будет ничего лишнего, он не будет не свисать, не торчать, не мешать, а как раз для, ну, такой размер для того, чтобы укрыть ножки ребенка или прикрыть всего ребенка. И подходит он для использования в прохладные летние вечера, либо в прохладные летние дни. Ну а в осенние и зимние вечера его и можно использовать и дома. Но для улицы он уже будет, наверное, немножечко, э, как сказать, ну прохладно будет под ним. Поэтому лучше использовать его, конечно, летом. Итак, сейчас я его раскрою. И насколько он попадет в кадр, я сейчас снимаю с руки без штатива. Поэтому прошу прощения, девочки, покажу так, как поместится. Ну вот примерно вы видите его размеры. Вот такого вот размера. Классный размер. Мне очень понравился. Ушло у меня на него 4 мотка. Также у меня есть такая же пряжа. 4 мотка кремового цвета. И я свяжу еще один такой же плед. Прям вот супер. Он мне очень понравился. Классный. Вот это изнаночная гладь. Смотрите тоже, как хорошо выглядит изнаночная гладь. Также хорошо выглядит лицевая гладь. Но я думаю, тут можно использоваться им по желанию. Можно и на эту, и на эту сторону. Особой разницы нет. Кому как понравится. Я думаю, маме, которая гуляет с ребенком и всецело посвящает себя заботе, о ним не будет особой времени, не будет особо времени, чтобы выбирать, какая лицевая сторона, какая изнаночная накрыл и пошел. Вот все, что я вам хотела рассказать об этом пледике девочки, кого интересуют еще какие-то вопросы по этому пледу, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу, расскажу обо всех впечатлениях. Но на данный момент впечатление об этой пряже довольно хорошее, мне пряжа понравилась, несмотря на то, что она бюджетная, недорого стоит, я ее покупала фикс прайс, и она прям вот не подвела. Пряжа очень хорошая. Итак, детский плед, связанный мной в рамках проекта Свежи себе радость, закончен. И одна из тех моделей, которые я заявляла в рамках этого проекта, готова. проекта свяжи себе радость. Вот такая вот корзина, которая вызвала у меня в начале вязания очень много сомнений, недовольства, и я сомневалась, что продолжу это вязание и что буду вязать из этой пряжи. Корзинка получилась бомбовая, девочки, прям вот прям очень классная. Мне она очень понравилась. Все свои сомнения я отмела в сторону. А отмела потому, что когда я показала в самом начале отдельные детали этой корзинки, было связано вот несколько квадратов вот этих вот мотивов и донышко. Когда я показала данные, данную модель то есть отдельно связанные детали, одна из моих вязальных подружек с канала в мире вязания или обо всем понемногу написала мне что получается довольно красиво но решать вам я прислушалась к ее словам и думаю раз кто-то говорит что получается красиво то я должна это тоже попробовать и сделать а также также были у меня сомнения о том что пряжа синтетика и она не будет держать форму и не распарится я высказала такие сомнения. И тогда Светлана Серова с канала Светлана Серова Вяжу на радость посоветовала мне, так как есть у нее опыт вязания и обращения со, с разными материалами, отпарить мои мотивы, детали этой корзинки через мокрую хлопковую ткань. И тогда я взяла мокрую марлю. И спасибо Светлане Серовой. И это помогло. Распарилась настолько, насколько я даже не ожидала. И получилось так, как мне надо. Но, конечно, эта синтетика не распарится так, как отпарился бы хлопок, но это мне помогло и спасло ситуацию. Спасибо, Светлана Серова, вам большое. Итак, я отпарила и продолжила свое вязание. Решила довязать ее все-таки до конца. И я довязала, девочки. Вот, как видите, размером эта корзинка у меня 16 на 22 сантиметра. Соответственно, грани этой корзинки такого же размера. И высота у меня в общем получается 14 с половиной сантиметров. Я связала вот такие вот мотивы. На одной стороне на длинной, по длине у меня три мотива, по ширине два мотива, и дальше вывязала вот такие вот веерочки, которые увеличили мою длину и сделали край более ажурным. Вот, как видите, она не такая уж плотная, потому что она у меня еще хорошо не высохла. Получилось так, что я связав эту корзиночку, решила ее укрепить, а раньше мы укрепляли такие корзиночки с сахарным сиропом. Девочки, не люблю, когда все липнет, ненавижу все сладкое, поэтому, да простят меня любители сладкого, решила укреплять эту корзиночку не с сахарным сиропом, а желатином. Купила желатин, развела его в такой пропорции, как 2 столовые ложки на пол стакана воды, дала постоять им, когда желатин набух добавила воды до полного большого стакана и поставила в микроволновку на одну минуту. Все это у меня превратилось в однородную массу гладкую. И в нее я окунула эту корзиночку. То есть из стакана вылила в чашку, окунула, пожамкала немножечко и поставила сушить эту корзиночку на форму. Когда она немного постояла на форме, я ее поставила вот так, как вы сейчас видите. И что вы думаете? Моя пушистая серая принцесса увидела пустую бесхозную коробочку и решила там переночевать. И когда я утром проснулась, и что я увидела, у меня корзинка приняла форму моей котейки и таким образом высохла. Я была в шоке. Я думала, уже ничего не исправится, и я не смогу спасти ситуацию. Сделала еще один такой же раствор желатина, окунула эту корзиночку еще раз, опять наделала на форму и ушла на работу. Когда пришла с работы девочки, она вот получилась вот такая. Дальше я положила ее на подоконник, на солнечную сторону, чтобы она еще схватилась. Ну, и она схватилась, девочки. Она довольно крепкая. Вот, посмотрите, вы видите, она сейчас стоит боком. Вот. Ну, вот. Вот, вот как пластмассовая, пластиковая корзиночка, только связанная своими руками. Она немножечко поблескивает, так как ниточка такая синтетическая. А, как сказать? Она будет довольно неприхотливая, я думаю. И... Какое же применение она у меня найдет? Она найдет применение в ванной комнате. Я сложу в нее вот так вот полотенчики. Я покажу на фото в дальнейшем. Ну и какие-то моющие средства для себя или для моей дочери. Вот такая корзиночка у меня получилась. Да, забыла сказать, что вязала я ее из пряжи веревочная из серии «Хозяюшка-рукодельница». Пряжа очень дешевая. Стоит она, по-моему, за... 50 грамм, кажется, девочки, я точно не помню, 45 рублей. И вот на эту корзиночку у меня ушел один полный моток этой пряжи. Да, у меня был еще моток из остатков, там немножко, немножко израсходовано. Я его не трогала, взяла целый упакованный и связала вот такую радость для себя. Ну вот, посмотрите, девочки, и оцените, что скажете. Нравятся ли вам мои работы? Хорошо ли я их выполнила? Стоит ли мне ими хвастаться на YouTube? Но мне нравится. Ну, классные же девочки. Это вторая моя работа в рамках совместного проекта «Вязаные радости». Напоминаю, что организовала данный проект Алла с канала «Алла вяжет» а также Наталья Хомякова с канала Визана. Я хочу им сказать большое спасибо и Алле, и Наташе за то, что они организовывают для нас хорошие совместные проекты. А также хочу поблагодарить всех участниц проекта за комментарии, за участие, за поддержку, за то, что они вообще есть, за то, что дают мне мотивацию к ведению моего канала. Ну и на этом хочу завершить свое участие в данном совместном проекте, так как это все, что я хотела связать себе, вот это все радости, которые я хотела связать себе в рамках этого проекта. Еще раз всех благодарю, всем-всем-всем легких петелек, пока!